новогодняя елка, зимние пейзажи и множество белых огоньков-снежинок. В таких же белоснежных, как снег, платьях возле сцены взволнованные девочки-вокалистки. С минуты на минуту начнется отчетный концерт по итогам уходящего года. Концерт не совсем обычный, и мы не зря его назвали «Новогодний сюрприз», потому что сегодня на сцене не только дети выступают, но также их родители. Наш сегодняшний концерт – это семья, это тепло, это домашняя уютная обстановка. Во всяком случае, мы хотим, чтобы так у нас получилось. Как ни странно, превратить своеобразный экзамен в настоящий семейный праздник предложили родители. Им захотелось не только создавать образы своим любимым чадом, но и спеть дуэтом или даже трио на одной сцене. Начали с главного – выбора песни. Мы совместно долго искали песню. Да. Очень долго. Было много споров по поводу выбора, но выбрали именно эту песню вместе. Придешь вместе с каким-то другом, человеком? Нет, не с другом. Песня о том, что как бы далеко мы не были, но мы все равно всегда будем вместе помогать друг другу. Будем все трудности проходить вместе. А что надо дружить? Воспитанники ансамбля «Дарование» в этот день поменялись местами с родителями. Теперь настала их очередь переживать за выступление. Мало кто из родственников до этого пел на большой сцене. Самым необычным стал дуэт Тимура и его бабушки Людмилы Ивановны. Кстати, сам Тимур на сцене чувствовал себя довольно уверенно, а после выступления рассказал съемочной группе, в чем его секрет. Да, я доволен, я потому тоже. Что бабушки дали вот цветы, а мне сладкий сорт. Ну, собственно говоря, не поэтому. Я почувствовала энергетику, я не знаю. Ты не получишь эти... Призы, главное, подарок тебе не дадут. Главное, энергетику поддать эту зрителю.